Я председатель ассоциации «Дрептул Диафи». Мы работаем с детками с ограниченными возможностями. Меня зовут Наталья Черва. Сейчас у нас идет спектакль для детей с ограниченными возможностями, с детьми с ограниченными возможностями. Мы работаем с детками с ограниченными возможностями. Нам очень нравится. Дети с ограниченными возможностями могут делать все, абсолютно. Даже играть разные роли. Добрый вечер! Не шумите! Бабушку разбудите! Наконец-то вы проснулись! Кто же спит в рождественскую ночь? Самое интересное проспите. Ну и холод у вас! Влад, принеси, пожалуйста, немного дров. Дарья, подмети, пожалуйста. Ну не подобает так царя встречать. Какого еще царя? Мы никого не ждем. Даже самого Христа младенца? А он что, придет к нам? Конечно, а вы что, не знали? Он сможет вернуть нашего папу? Ну да, он все может. Я все понял, я за дровами. Звездочка, ты же появилась в ту ночь, когда родился Христос. Скажи мне, это правда, правда, что во всем городе, ни в одном доме, не нашлось места для этого святого младенца? Ему пришлось родиться в яслях. Да, это очень печально. Что? Что за люди были в то время? Да я бы, например, ему бы свою комнату отдал. И я бы свою комнату отдала. Может, не стоит никого так судить? Ведь... На все 100 уверена, мне для Христа ничего не жалко. Так хочется в это верить, ведь каждый год во мне гаснет лучик из-за того, что люди предают и обманывают друг друга. Здравствуйте, я с Рождеством Христовым вас. Как у вас? Тепло и уютно. Разрешите, пожалуйста, поглядеть у вас в кабина. Ха, еще чего, ты посмотри на себя. Еще заразишь нас какой-то инфекцией. Я очень замерз и продрог, и к тому же хочу пить и есть. Ой-ой-ой, я сам что, не заработал? Ступай, мы гостя ждем. Ступай скорее, а тут молоко получишь. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Кто там был? Да ничего, пустяки. Петруша, местный нищий, как всегда, еды и пить просил. Надоел уже. Вы что, его прогнали? Конечно, пусть знает свое место. Что же вы наделали? Что наделали? Что это было? Куда исчезла звездочка? Что мы наделали? Не знаю. Хотя, постой. Кажется, я все поняла. Мы обещали Иисуса Христа свою любовь, возмущались над другим, почему так поступили с ним, комнаты ему обещали, а на деле сами предательно оказали, не пустив нищего на порог. Да, подло с нашей стороны. И что же теперь делать? Разве тебе не понятно? Мы должны найти Петрушу и попросить у него прощения. Я не знаю, что с ним. Он как будто и не дышит. Опоздали. Плед скорее несите. Здравствуй, здравствуй, милый друг!
давно тебя ждем. Дети, чего же ждете? У вас же гости. Розочка, где же наш самый главный гость? Он здесь, среди нас. Ну кто он? Догадайтесь сами. Я, кажется, все понял. А вы?